стоят. Ну, наверное, не за то, что сказал добрый день. Они такие шкуры. Да, вряд ли. Ребята, так а что вы делаете? Они говорят выйти с машины. А чего он должен быть обязательно? А он нарушил правила. Они... Так они кто такие? Что они делают? Да, блин, ребята, а что вы делаете вообще? Вы мешаете полиции. Вот это полиция, а что это? Какие полиции? Какие мы? У меня документы. Его попросили показать, он начинает. Это полиция. Дай штаны надень. Дай штаны. Руки за спину. Да дай штаны надень. Юр, перестань машину. Да что вы такое? Что, блядь? Убийца. Откуда за ним? Руки? Не, ну, Сань, подвиньте. А, блядь, девушка, дайте мне с военкой не дали, пожалуйста. Может? Их звука, что тебе оно кажут, на что тебе те дани анкетни? А побили. За что вообще бьют? Побили. А за что вообще бьют? А за что вас бьют? Я не знаю. Дайте штаны надену, бля. Девушка. Говорите, говорите, я записываю. Скажи адрес, телефон свой пройдет. 093. 093. 367. 367. 74. 74. 80. 80. Позвоните, пожалуйста. Сейчас позвоню. Это вообще беспредел какие-то. Значит, убийца какой-то. Поймали. Куда ты ломишься? Стой спокойно. А за что вы его бьете? Вы машину не лезь. Где ключ? Машину. Ты не сопротивляйся. А за что вы его убьете? Ребята, не ровно, что ты дергаешь? А, а за что вы убьете человека? Не знаю, за то, что пассажиры... А за что вы его убьете? Вы можете рассказать? Сопротивление сотрудников полиции. Ну, а чего он сопротивляет? Спросите у него, чего не. Ну, вы же, наверное, подошли к чему-то, пристали к нему. Он потом, начал нарушил правила дорожного движения. А за правила дорожного движения нарушение надо бить? Никто его не бьет. Как это? Ага. Вот есть, на, есть да, видео, как вы бьете его. Девушка, позвоните, пожалуйста. Сейчас зараз. Позвоню. Но есть же, блин, на видео, как вы его бьете по лицу. Да ну что ты тянешь, блядь, руку сломаешь? Да я никуда не дергаю. Стой спокойно. Что ты делаешь? Стой. Просто